Добрый день, дорогие друзья, и гости мой канал. Друзья, сегодня я буду сажать семена томатов. Этот сорт называется «Боец». Он низкорослый, не требует ни подвязывания, ни посынкования. И скороспелый, поэтому я решила посадить вот таким образом. Так, вот сколько семян здесь. Сейчас я их достану оттуда, вот насыплю сюда. В этом году я хочу сделать вот так. Скорлупу я помыла, ну можно любую брать. Набираю землю, почву, скорлупу и буду сразу вот так ровненько расставлять вот в ящик, вот так. Всю скорлупу я сейчас наполню грунтом и буду показывать дальше. Можно скорлупу сразу вот снизу продырявить, можно. Ну, не обязательно, можно потом вот так продырявить. Все, вот. Так, всю скорлупу я наполнила грунтом, землей. Теперь вот чуть-чуть вот так вот делаешь углубление. Да можно пальцем, разницы нету. Пальцем вот так. Вот теперь вот эти семена я по одному посерединке кидаю. Вот. А как бы не забыть туда вглубь. Три. Ну, если где две, ну пускай две будет уж. Так. Чтобы не потеряться, я вот так пока сделаю. Все надписи я оставила. Так, теперь мне надо полить. Самое важное, что хотел сказать. Друзья, вот посадила я вот такие скорлупки, да? Он удобен тем, что когда у вас появится вот уже рассада маленькая, это у меня домашний сорт. Все, вы можете продырявить прямо вот тут вот, побольше. Уже никуда не денется. Вы уже корневую систему, ну, не ворочите. Болеть не будет, ничего не будет. Так, пока сюда положу и показываю. Ставите. Уже там не достаете вот по одному, где-то раз сразу скорлупу взяли. Видите, тут все открыто. Все, вы можете уже вот так закрыть. Можете оставить уже тут до посадки в открытый грунт. Все, вы не потревожили, ничего не случилось. Горшочек посадили. Теперь, когда у вас тут вырастут росточки, вы берете другой ящик, отсюда убираете прям землю. Вот через раз. Одно оставляете, это убираете. Одно оставляете, это убираете. Здесь полностью ряд, туда переносите другой. И у вас будет такой ровный ряд. Мешать не будут друг другу и будут хорошо расти. Можно с ложки полить. Уже конкретно вы будете уверены, что полили от и до. Закрываем пищевой пленкой. Выбираем светлое место. Если видео было вам полезным, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Пока-пока!